Мерседес. Значит, смотрите, я узнавал устав. Здесь у него проблема с коробкой передач. Поэтому, если кто хочет повозиться с такой машинкой, с коробкой передач, вот, пожалуйста. Ну, вот такой красавчик стоит, посмотрите. Это есть в Америке компания, она называется Апокалипсис. Она доводит эти машинки до ума. Эта машинка новая, стоит где-то порядка 100 тысяч. Оп, пардон. Пардон? Пардон? Ну, сейчас я на место ее поставлю, эту дверь. Внутри заглянем немножко. Во-первых, это все можно заказать у этой же компании. Все эти вещи, они отдельно продаются. То есть тут все на болтах, все предельно ясно. Эта машина очень простая. Видно, апокалипсис и взрыв ядерный. То есть эти, сама ходовая машина не пострадала вообще никак. То есть все жизненно важные органы не пострадали. А вот эти вещи все, они делаются этим апокалипсисом под заказ. Если кто-то такую машинку надумает купить, я помогу вам достать все вот эти вещи. Без проблем вообще причем. Просто я знаю в этой компании многих людей, которые, я думаю, с этим вопросом нам помогут. Так, ну давайте посмотрим на элитные автомобили. Посмотрите, Defender. Машинка, которую вы видите, специально под кого-то оборудованы такими дополнительными опциями всякими. Трубочки, этот багажник, он в комплекте не идет нифига. Эту машинку уже разобрали страховщики, когда оценивали. Сейчас я тоже вам покажу. То есть вы на этот внешний вид обычно не обращаете внимания. Это специально ее по максимуму разбирают, чтобы понять, что пострадало. Естественно, видите, заводской уже шноркель идет. Defender X. Здесь лесенка. Офигенная комплектация этого автомобиля. Сам по себе лонжерон живой. И левый, и правый. Отпилякали от него эту часть, которая съемная. Вот здесь, видать, ее отпилили специально посмотреть состояние изнутри. Эту часть придется поменять. Она, естественно, откручивается на болтах, то есть все это меняется. Кстати, видите, тут все сложено сзади, аккуратно. В обалденном состоянии. Хорошая музыка стоит, Меридиан у него. Чистенькая. Ну вот, кстати, радиаторы тут лежат от него. Эта машинка достойная для того, чтобы ее купить и восстановить. Mercedes S-класс. Это утопленник, к сожалению. Машинка закрытая, не смогу, конечно, внутрь показать вам, залезть. Написано, ключи в офисе находятся. Дверь открыта. Значит, заглянем. Ну и запаха ничего такого нет. Тут если был потоп, какой-то минимальный, скорее всего. Hellcat Dodge. 18-й, правда, год у него, 30 тысяч миль пробежал. Хорошая, классная машинка. В принципе, с небольшими повреждениями. Вот смотрите, здесь двигатель, произведение искусства. Вау, вау, вау. Машинка ценится за двигатель. Удар здесь был, если вам видно, дошел только до радиаторов. Ну, тут хорошо просто видно. Причем до переднего только радиатора. Второй радиатор даже не пострадал. Не говоря там про хрумчатку и так далее. Вся арматура живая, все видно, на чем все крепится. Восстанавливать здесь, смотрите, бампер живой, фары с правой стороны, с левой можно поменять. Крыло, скорее всего, придется поменять. Это накладка на крыло нормально. Ну вот здесь вот такая история. Но это очень мощный двигатель, но это самая мощная его версия. Подушки, естественно, конечно, сработали в него. Удар был. Передние, фронтальные все и боковые. Вот так, посмотрите, чистенькая, классная машинка. Вот такой вот красавчик Шевроле. 22-й год, всего 3000 миль пробега у него. Смотрите, удар был в облицовочную часть, не более того. Здесь, кроме радиатора, больше нет такого ничего серьезного, что могло бы пострадать сильно. Лонжероны, все на месте. Если видно, вот показываю. Тем более, здесь же у него двигателя-то нет впереди. Багажник. Соответственно, здесь ничего такого и пострадать не могло сильно. Поэтому эту машинку можно брать смело под восстановление аж бегом. Посмотрите, внутри
запах нового автомобиля, пахнет новым автомобилем. Пробег он, видите, оригинальный показывает, 3359 миль. Офигенная музыка стоит он. Ну и также грузовики в салоне присутствуют, то есть можно машинку выбрать. Если вам нужен тягач, здесь со спалкой или без спалки, дайте знать, мы вам машинку тоже подберем. Грузовики вот есть хорошие. Их много, на самом деле можно выбрать. BMW X5, 45 тысяч у нее пробега, 19 год. С минимальными повреждениями этот автомобиль. Ну, ходовая я не считаю, что повреждения. Это запчасти просто. Смотрите, крыло, это порог вам видно целый. Дверь на замену. И в принципе все. Хорошая чистенькая машинка, посмотрите. С люком большим панорамным. Подушка не сработала вообще ни одна. Ездила какая-то барышня, наверняка крем для рук. И неплохой комплектации машинка. Кстати, чистенькая. Рекомендую. Mercedes C-шка. Эта машина, к сожалению, была утопленная. 19 год, 46 тысяч миль пробега. Машинка по кругу целенькая вся. 250 CLA. Да, целенькая, хорошая машина. Ну, утопленник. Каждый выбирает себе сам, конечно. Можно запчасти кому-то. Так, состояние, в принципе, машины неплохое. Dodge. 20-й год, 11 тысяч миль пробега. Это Challenger. По кругу он весь живой, кроме передней части. Смотрите, пострадала только облицовочная часть, все то, что до радиатора. Весь металл, все усилители, все лонжероны, все видно вот хорошо, один лонжерон, вот лонжерон живой. С этой стороны живая, но придется помять ее всю, конечно, потому что видите, тут вот, в принципе, был удар, поэтому помяла ее. Двигатель, если вам видно, на месте, ни с подушек не сорвал ничего. Бамперы, это тоже, кстати, крыло живое. А внутри себе неплохая машинка, посмотрите. С приятным запахом. Хороший вариант. Несмотря на то, что внешне кажется, конечно. Но мы с вами посмотрели, да, более детально. Страшного ничего не было. Mercedes. Это утопленник. К сожалению, машинка 22 года. 2000 миль пробега всего имеет. С полным приводом. Машинка. Внутри присутствует запах. Пол плавал однозначно. В воде. Запах есть, но машинка чистенькая, то есть не глубоко был. Нет, никак она не реагирует. Я не вижу следов от потопа вообще. Я думаю, что эту машинку, если кто занимается утопленниками, можно рассмотреть восстановление. Chevrolet Traverse. Смотрите, машинка 22 года, 10 тысяч, ну 11 тысяч пробега у него всего. Пострадала. Вот здесь слегка облицовочная часть, бампер можно сохранить. Кстати, вот эту фару, я думаю, тоже можно сохранить, если поменять стекло. Гриль целый, правый борт, тоже у него все хорошо. Это хорошая машинка, в принципе. Развусил. Видите, значит, смотрите, досталось ему сюда, здесь по ходовой. Придется, конечно, повозиться, но ввиду того, что эта машина переднеприводная, то здесь, в принципе, работ не сильно будет много. То есть ходовую просто помять и все. Вот здесь чуть-чуть пострадало крыло, буквально чуть-чуть. Внутри. Это уже когда машину эвакуировали, химчистку придется сделать, но 10 тысяч машина прошла, поэтому состояние у машины хорошее. Это сиденье, если вам видно, в очень хорошем состоянии. Здесь просто немножко эвакуаторчик вымазал. А так, посмотрите, все у нее хорошо. Сзади он даже, видите, заботливый. Американец чехлы повешал на заднее сиденье. Машинка третий ряд сидений тоже есть. Под восстановление, я думаю, эту машину можно брать.